Всем привет! Меня зовут Александр Трусова, и сегодня я вам проведу тренировку. Начнем с разминки. Начинаем с головы. В разные стороны. По 5 раз. Теперь вниз, наверх. Вниз, наверх. Вниз, наверх. Круговые движения головы. В одну сторону 5. И в другую. Дальше кисти начинаем вращать. Вперед. Назад. Локтями. Руками вперед. И назад. Наклоны в сторону. В одну. В другую. Вперед к правой ноге. Следим к левой. Другой сторону. Начинаем вращать голеностопом. Сначала правой ногой, потом левой. Вверх на полупальце, на пятки. Как можно выше. Скручивание. Теперь знаем пах. Назад. Вперед. Теперь выпады. Разные стороны. Вернуться. Тоже. Теперь начинаем подкачку. Начинаем со спины. Сначала руками. По 20 раз все. Теперь ногами. Поворачиваемся на бок, делаем ногами только бок. Теперь в другую сторону.
теперь все вместе. Тело и ноги. Теперь держим. Лучше держать минуту. Правая нога, левая рука. По 10 раз с каждой ноги. Начинаем качать пресс. Лана, конечно, лает, да, на Тину. Начинаем качать пресс. Тоже по 20 раз. Поднимаем ноги. Теперь боковые мышцы. В одну сторону, в другую. 10 раз в каждую сторону. Для последнего упражнения на пресс мне понадобится один из членов семьи. Сейчас я его вызову, и вы позовите. Егор, иди. И мячик. Кстати, попадающий штук. Держи. Стой, подожди. Да,
Спасибо Егору, что мне помог. Продолжаем. Делаем планку. Минуту. Всем собачек. Минуту стоим в планке. Теперь боковую. Теперь в другую сторону. В бок по 30 секунд. Теперь поднимаем руку и ногу. Теперь делаем отжимания. Если у кого есть какой-нибудь утяжелитель или собачка, можно положить его на спину. Егор, иди как на секунду. Егор, бегом. Положи мне ванну на спину. Сейчас я встану, отжимаю, да? Положи, нажми мне. А, ну, чтобы она легла. Ладно, не хочет. Просто продолжим без нее. Раз отжиманий достаточно. Теперь мы переходим к более сложным упражнениям. Прыжковая часть. Я возьму скакалки. Кто умеет прыгать на скакалке, тоже. Кто умеет двойные или тройные, могут прыгать двойные или тройные. Кто не умеет, можно одинарные. Заканчиваем прыгать на скакалке. Переходим к закачиванию голеностоп. Вот планочка. Сначала на двух. 50 раз на двух.
на одно и то же 50 раз, и на другой тоже 50 раз. Теперь меняем руки. Дальше упражнение с резиной. У кого есть резина дома, чему-нибудь ее привязать и можно делать. Берем резину. Скачаем. Берем в правую руку и скручиваемся назад. Теперь берем левую руку, встаем назад спиной и скручиваемся туда. Тоже 20 раз. Теперь переходим к прыжковым упражнениям. Начинаем. Приседание с выпрыгиванием. Садись вверх. Раз можно несколько подходов делать. Теперь приседаешь, поза отжиманий, назад, вверх. Так, 10 раз. Тоже можно несколько подходов. Нет, волосы я никогда не отрежу. Без них я не смогу. Они будут всегда. Так, теперь упражнение с бегом. Вперед, тренка, в сторону. В другую сторону. Если много места, можно еще приставными шагами.
весами. Теперь надо ноги. Нужно секундомер засечь 10 секунд. 10 секунд. 5 прыжков коленками к груди. Отдыхаем. И еще раз. Еще раз 10 секунд. Ланочка, вон, ты проснулась. Идешь ко мне? Иди ко мне на ручки. Ладно, иди на ручки. Иди на ручки скорее. Наша новая команда. Ланочка научилась. Я бы хотела первый гран-при. Я всегда люблю вставать пораньше, чем все. И в конце я прыгну пару прыжков просто от себя. Кто может, конечно, повторить. Все, на этом тренировка наша закончена. Всем пока. Желаю всем удачи, никому не болеть. Вот, оставайтесь дома. Сейчас это самое важное. Берегите себя и своих близких.